покормил собак, собрался уходить. Надо им варить следующую кашку. Ну а тут картина такая. Я достал камеру, она у меня всегда в кармане. Мирка свою чашку вылизала. Вылизала, аж блестит. Это я им набрал вот варить картошечки там, этот, морковочка, ну как бы. И вот она прибежала к Масику, а Масик уже бедный отходил. Отходил, знаете зачем? Тут стояла миска Лирика, и он эту миску, а вот я ее отнес к Лирику. Лерочек, я заберу, все, ты уже съел. Он, ах, Мирка, ты не успела. И он, знаете что, на, иди, вылизывай. И он съел там, ну, короче, он тут, он съел немножко, а потом убежал, я ему вынес остальное. Но я не это хочу сказать. Сейчас. Я другое. Я, во-первых, Марси как стоит, интересно. Мирка подошла к нему и просит. Масюшечка, душечка, ну дай мне лизнуть у тебя. Знаете. А он такой. А я еще, говорю, ты еще возьми да подерись, блин, мне. Уже некуда, некуда. Знаете. Вы посмотрите, какое пузо у Марсуна. А я, знаете что, я сегодня им выложил чуть больше, чем положено. Ну, там остается ни туда, ни сюда в кастрюльке. Думаю, ладно, вылью им, пусть едят. О, слышите, заурчал. Ну, как же быть? Как же быть? Подерутся же, блин. А там уже некуда, некуда. Знаете, ноги расставил, упирается. Масик, тебе ж некуда. Масюха. Да и Мирке некуда. Мирка. Во, рычат. Знаете, у Мирки какой живот. Посмотрите. Знаете. Так, стоп. Стоп. Я понял, к чему это может привести. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому я вот так поставлю сюда. Иди, доедай. Да, конечно. Потом, попозже я вынесу, разделю им. Тут же, понимаете, что такое компания? Когда один, он поел, отошел и полежал, может полежать, отдохнуть. А когда в компании, надо все доедать через силу, потому что придут недруги и заберут. Заберут последнюю еду. Гляньте, какой круглый стал Максюха. Ой, через силу. Опять побежала. Лирикову чашку облизывать. Марсюнчик, я тебе дам попозже. Попозже дам. Ну вы же, гляньте, уже круглые. А если лопните, у меня ниток нет у вас зашивать. Чем я буду зашивать? Шпагатом? Ну, шпагат вообще-то есть. Вот, гляньте. Вот он шпагат. Если лопнут, зашью. Что тогда? Ну ты будешь есть? Будешь? Пошли. Ой. Ладно. Только я Мирке немножечко отложу. Отсыплю. Немножко отсыпал. Это получается больше. Вот так. Марсючек, иди. Пойдем. Отсыпал. На. Ой, смешные такие. Вот буду стоять теперь. Кто вперед доест, тот пробегает и помогает. У нас насчет этого вот они, у них дружба стопроцентная. Помочь тут как тут. Ну а мне надо идти, а я еще руки в кашу замазал, вон, видите. Ладно. Уже некуда. Уже скорость поедания. То было, ну, к примеру, если в 10-бальной системе брать 10, когда в начале, да? А сейчас где-то уже двоечка, единички приближается. Уже некуда, а надо. А Лирик нет. Лирик вот, он поел сколько надо ему, оставил, Масик прибежал, доел здесь у Лирика.
Потом побежал к себе. Потом Мирка к нему прибежала. Сейчас она поест и прибежит Марсику помогать. И не сомневайтесь в том, что прибежит. Я специально не буду выключать камеру. Мне смешно на Мирку, гляньте. Вы посмотрите. Гляньте, вот это рекорд. Мирка, ну можно же остановиться. Ну неужели нет тормозов? Кошмар. Как воздушный шарик. Я боюсь, что она взлетит и улетит. Надо привязать чем-то. Ну все, остановись. Кто пойдет Марсику помогать. Нет, тут же еще надо доесть. Вот она бегает туда-сюда, суетится. Сомневается. Марсик как паровоз. Фырк-фырк. Марсюха. А я там им варю кашку сейчас. Знаете, какую? Ножки куриные. Ножки, это ж все там. И кальций. Да. Теперь он помогает Мирке вылезать. А Мирка помогает Марсику. Там нету ничего, я убрал. Потом они... И вот это такое движение туда-сюда, туда-сюда. А вдруг там что осталось? Сейчас оно полежит немножечко и побежит. Марсик пошел проверять миску Лирика. Нету там ничего. После Мирки там ничего не светит. Сейчас Мирка пойдет проверять миску Марсика. Марсик пошел проверять миску Лирики. Я заговорился, земля Мирки. В общем, у меня... Да, ты еще сырую картошку накинься и ешь. И мне нечего будет вам каши варить. Все? Неужели все? Неужели она не пойдет подъедать к Марсику? Неужели там уже все заполнилось? Марсик, видите, вот тут на первом месте стоит Лирик по самодостаточности. Потом на втором месте Марсик. Нет, на втором месте Жорик, на третьем месте Марсик. А Мирка, я не знаю, по-моему, на 10-м месте по насыщаемости. Ну что, иди, я знаю, туда теперь. Да, конечно. Там же еще не блестит тарелка, а еще вывалила же. Упала же в сторону. Надо же подлезать, а как же. Так что Мирка, чтобы ее насытить, я не знаю. Но ведро точно надо. Все? А тут же стояла, помните, я же поставил. А вдруг там осталось, хозяин? Ты не забыл снять там? Гляньте, она готова запрыгнуть. О, проверить. Там же было. Она же видела, как я туда ставил чашку. Ох, и память у тебя насчет еды. Ну, а уже сил нету и хвостом повилять. Ну-ка, повиляй. Ну, виляй хвостиком, Мирка. Ну, давай. Ну, на тебя. Так, ну что, господа. Все, поели? Ой. Надо же продолжать варить кашку. Пошли? Пошли. Вот вы, мои умнички. Вот вы. Выходи, Марсенчик. Быстрей. Быстрей, быстрей. Все. Обманул. Обманул. Несу. Несу. Что у меня тут уже скоро закипит. Вот здесь. Вот она. Видите? Уже закипает. Надо еще картошечки. Немножко. Чуть-чуть. Я картошки немножко. Морковочки. И еще этого. Капусты. И вот такая вот каша. Каша Марсюна. Каша Марася я раньше, помните, называл. Когда Ася сварила кашку, ну, Ольга Речкалова сварила кашку для своей Аси и назвала каша Марася. Марсик и Ася.
Ну, а это у нас уже каша. Вот, смотрите, гляньте, там сколько всего мясного. Потом еще добавлю жир индюшачий. Ну, потом покажу. А, потом макароны, потом еще. В общем, тут еще 300 ингредиентов. Конечно, этим занимается Виктория, обычно варит. Но она уехала к Маше, а мне вот приходится заниматься стряпневой. Вот, это витаминчики. О, горячо как. Видите? Вот и морковочка. Вон там. Всего. Но это только, как бы сказать, не все. Это только приправа. Вот я сейчас за приправой иду. Вот. В общем, это основа, да, вот. А это вот приправа. Ну, иду за приправой. Вот. Приправа здесь, под охраной Марсика, Мирки. Всех. Вот. Где вы там? Ну, вот видите, сколько вам хозяин уделяет времени, чтобы вы себя хорошо вели. Вот. Теперь это кашка. Это кашка. Почему я сюда спрятал? От мышек. И вот от этих вот еще больших мышек. А это у нас макарончики. Вон они. Туда я чашкой не залезу, а залезу рукой. Вот так. Макарошки. Вот. Это уже когда закипит, мясо поварится, тогда мы добавим им макарошков. Все. Закрываем склад. Если что упало, то подберут. Видели, сколько вам? А еще капусты порежут. Они же только видели. На, конечно. Конечно, ты еще рукой отхвати. И тебе. На. Голодная же. Все, пойду добавлять. Все, я должен выключить камеру, потому что я не открою дверь. Выключаю. О, закипело. А теперь добавляем вот сюда все. Макарончики. Кашка, видите? Там зерно молотое. Пшеничка, гречка. Ну, все остальное. Перемешиваем. Я что хочу сказать, земляне, это не какой-то определенный критерий приготовления пищи и не рекомендации, просто вот есть у нас что, мы с тобой готовим. Я еще сало добавил сюда немножечко, малеха. Теперь, когда закипит, я, в принципе, когда закипит, просто выключу. А это витаминчики еще. Ну, осталось у нас немножко капусты. Цветной. Ну что ее выбрасывать? Сюда ее. Ну как осталось? Она просто, пока Виктория отсутствует, она может пропасть. Вот и все. Вот я ее сюда и положил. Вот примерно так я и готовлю. А Виктория готовит по-другому. А вы как хотите, так и готовьте.